Флагманский, давно полюбившийся магазин «Неман», впервые распахнул свои двери для брестских покупателей еще в декабре 2009 года по адресу улица Карбышева, 42. В этом году он пережил масштабный ребрендинг, и пришло время его торжественного открытия. Почетная миссия «Перерезать красную ленту» была представлена председателю Брестского горосполкома Сергею Лободинскому и директору общества с ограниченной ответственностью «Стеклоопт» Станиславу Титкову. Магазин «Неман» – легенда на территории центра нашего города Томска. На стеклозаводе «Неман» производят два вида стекла – натрий, кальций, силикатное стекло и хрусталь. Ассортимент предприятия насчитывает 12 тысяч позиций, а потому совсем не удивительно, что в магазине представлено всего лишь 10% продукции, но зато каких! Новые виды декора, премиальные коллекции, ходовые позиции этого года, креативные сувениры, авторские работы и многое другое. Изделия стеклозавода нельзя назвать просто продукцией. Это на самом деле просто изделия из искусства. Они прекрасно могут дополнить любой интерьер. На самом деле нет того, чего не может произвести завод. Есть то, что представлено в магазине, но под заказ есть возможность заказать практически все, что угодно. От корабля до, скрипки. И на самом деле я видел струны, выполненные из стекла, можно потрогать, они не лопаются, это удивительно. Этот магазин не первый, который претерпел основательные изменения, но один из самых масштабных. Бренд проводит переоснащение своих магазинов по всей стране, а их более десятка, стараясь угодить покупателям, удивляя их стильным дизайном и функциональностью. В интерьере обновленного магазина сделан акцент на природных текстурах, что на контрасте с хрустальной и стеклянной посудой выгодно подчеркнет их утонченность. Мы всегда находили слова для того, чтобы найти друзей, партнеров, и не исключение внутренние связи между Брестом и Гродно всегда была дружба, и я думаю, в подтверждении тому, что производители любого региона могут найти поддержку и в первую очередь признание покупателей на территории того или иного города, если они качественно делают свою продукцию. Я думаю, что мы говорим, или говоря про неманскую продукцию, про стеклозавод «Неман», мы видим действительно отменное качество, которое пользуется популярностью у наших брестчан. Грамотное сочетание вековых традиций, современного дизайна и классических форм делают продукцию стеклозавода «Неман» узнаваемой и стильной. Изделия влюбляют в себя своим изяществом форм и узоров, а также удобством и практичностью. Брестчане по достоинству оценили ассортимент и не смогли уйти без приятных покупок. У меня есть бокалы, рюмки, вазы. Такие квадратные вазы две круглые, все. А еще маленькие хрустальные рюмочки, 3 набора. Я обожаю продукцию вообще. Слона купила. Это моя мечта. Я давно хотела этого слона, а сегодня еще такая приятная скидка, поэтому нельзя. Они все разные, я посмотрела, ручной работы. Вот, у меня приобретение. Я в него влюбилась, в мою коллекцию слонов. Очень довольна, все еще бокалы куплю и все. Много лет я уже покупаю, и посуда именно стекло, только неманское, другого я не приемлю дома. На вопрос, за что любят и ценят продукцию «Неман», одна из покупательниц нам ответила так. За классику. Классика. Очень нравится то, что неизъезженное все, но тем не менее изысканное, качество замечательное, ценник приемлемый. То есть сейчас на рынке можно стекло купить обычное, как здесь, как бы хрусталь, поэтому очень нравится. Познакомиться поближе с изделиями ручного производства, влюбиться в эту изящную продукцию и приобрести что-нибудь для себя или близких до конца недели можно будет очень выгодно. Действуют приятные скидки. Ирина Левчук, Эдуард Бакунович, Дмитрий Льмонтович, телекомпания БукТВ.